Всем привет! Это канал «Куплено в Китае». Я сегодня буду вам показывать, как разобрать вот такой вот аппарат. Это HomeTom HT6. Ну, аппарат не новый. К сожалению, он вышел из строя. Он запускается. Но дальше ничего не происходит. То есть, висит на заставке. Пробовал перепрошить, там ошибка памяти. То есть, это произошло всего во время зарядки. Полтора года где-то отработал. Брак или истечение обстоятельств неизвестно. Ну, может быть, время просто пришло, я не знаю. Китайский аппарат. Сейчас они уже, в принципе, продаются еще, конечно, но уже не так популярны. Значит, ну, в принципе, у кого они есть, можно разобрать, починить. Я вот, например, здесь уже менял динамик. Ну, этот аппарат падал много раз, он уже побитый со всех сторон, можно это увидеть. То есть он использовался без чехла, и как бы то, что он умер, возможно, что и от этого, вследствие этого. Так, как разобрать? Это все монолиты, то есть это монолитные конструкции, которые идут в последнее время. И для их разборки, значит, то есть нужно, тут нет съемной крышки как таковой. Тут все в корпусе, соответственно, слот для карты памяти и для симки. Находится с торца, вытаскивается он, ну, там специальной скрепочкой можно нажать, либо вот каким-нибудь острым предметом. Просто первым делом его вытаскиваем, этот слот убираем. Дальше нам понадобится вот такой вот какой-то острый предмет. Ну, вот это стандартная такая приблуда для вскрытия всяких телефонов. И мы снимаем вот эту вот крышку. С одного из краев поддеваем, где есть возможность, и начинаем все это расщелкивать. Так, в одну сторону. Ага, я его случайно нажал, включил кнопочку, поэтому сейчас вот он загорелся. Ну, достаточно плотно все сидит. HomeTom на самом деле это дочерняя фирма от Dudji. Бюджетные аппараты выпускает. Чем этот конкретный аппарат интересен? Тем, что там аккумулятор емкостью заявлено 6250 мАч. То есть огромный аккумулятор. На самом деле по тестам там, ну, чуть около 6000 как-то так. Так, крышку мы сняли. Теперь нам нужно снять 11 болтов, то есть 5 с одной стороны, 5 с другой и один вот здесь вот. Все это буду производить с помощью вот такого наборчика. Ссылочку оставлю под видео, обзор вот здесь можно посмотреть. Здесь у меня уже одета насадочка полтора, крестовая. Обычно крестовой насадочкой можно все это снять. Одного болта мне не хватает, я уже разбирал, куда-то потерял его, ну ничего страшного. Значит, обратите внимание, что один из болтов, у меня конкретно верхний, он будет с пломбой. И если у вас аппарат еще на гарантии, то при вскрытии вы потеряете эту гарантию. Так, после того, как мы сняли все болты, нам необходимо отсоединить вот этот вот пластиковый корпус. Для этого мы опять пользуемся вот этой вот лопаткой, так сказать. Начинаем по краю поддевать. Вон видно, что он отходит уже. Тут он уже так снимается. Ну, здесь, в принципе, ничего такого нету. Так, дальше. Дальше мы вот видим все, значит, расположено вот здесь. То есть здесь плата основная наверху, здесь батарея снизу, динамик, микрофон. Значит, батарея, ну, мне нужно сейчас отстыковать, потому что, чтобы не работал, первым делом, значит, отстыковываем батарею. Батарея отстыковывается вот этим вот разъемчиком. Просто поддеваем, и все, видно. Так,
Дальше будем разбирать. Начнем разбирать снизу. Сначала снимем динамик. Надо открутить три болта. Раз, два, три. Но мы его так просто не снимем. Он припаян к плате. Так, мы его можем приподнять. Что мы здесь видим? Мы здесь видим плата, в которой идет шлейф снизу, который соединен шлейфом. И здесь еще вот есть разъемчик от антенны. То есть этот разъемчик можно скинуть. Мы его скидываем. Дальше мы отсоединяем, отщелкиваем, значит, вот этот шлейф. Так, сейчас пинцетик возьму. Вот вытащили шлейф. Дальше можно отклеить вот эту плату. Так, вот эта вот деталь, она приклеена. Я, честно сказать, не очень понял, что это такое. Тут на плате написано мод. Что это такое, я не очень понял. Значит, по поводу замены динамика. Я уже его менял, он начал хрипеть после падения. Вот он так вот припаивает сюда. Ладно, тогда это снимать не будем. Попробуем снять батарею. Так, тут у нас, соответственно, вот этот шлейф, он как бы приклеен вот к этой черной, не знаю, липкой ленте, можно так сказать. Оно начинает задираться, то есть попробуем ее отклеить. Так, здесь все отклеили. Значит, там на двухстороннем скотче сидит сам аккумулятор. Мы так поддеваем. Вот можно видеть, что там двухсторонний скотч. Пробуем аккуратно его поддеть и расклеить. Ну, это если понадобится, например, снять и заменить аккумулятор. Но потом понадобится еще двухсторонний скотч, чтобы его посадить обратно. Ага, понятно. Немножко деформировалось. Он достаточно мягкий. Тут деформировалась сама вот эта часть. Потянуть и оторвать за эту не получится. То, что тут придумано, возможно, нужно было за это потянуть и оторвать, но по факту ничего не тянулось. Так, дальше будем разбирать вот эту верхнюю часть. Так, для разборки верха первым делом отщелкиваем шлейф от дисплея, видимо. Потом можно вот этот вот шлейф отщелкнуть. И вот клеить. Снимаем кнопки, отклеиваем. К
аккуратно, чтобы не повредить. Вот мы их отклеили. И дальше, значит, как мы видим, тут есть под ним, под шлейфом, еще какой-то большой, с большой шляпкой болт. Соответственно, раскручиваем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять болтов раскручиваем. Так, дальше отсоединяем еще вот этот вот шлейф. Антенны, видимо. И пробуем снимать вот эту плату. Так. Здесь, значит, камера плотно вставлена, обратите внимание. Необходимо аккуратненько ее поддеть, чтобы она вышла из своего места. И вот, пожалуйста, мы можем отогнуть эту плату. Здесь нужно отсоединить шлейф. Ну, либо этот шлейф полностью отсюда отклеить, но здесь не очень удобно. Проще его отсоединить. Вот, и все. Вот мы получаем вся плата. Все закрыто экранами. Ну, и здесь вот камерка, которая, в принципе, для того, чтобы поменять, необходимо снять вот этот шлейфик. Это задняя камера. Передняя, извиняюсь. Вот это вот, как мы видим, датчики, всякие освещенности, там приближение. Вот задняя основная камера. Тут тоже все на шлейфе, она вообще на коротеньком. Она с этой стороны еще приклеена. То есть, я сейчас не буду отклеивать тут вот. С этой стороны она приклеена просто на подушечки, на специальные. Ну, здесь... Так, дальше, что с кнопками? Кнопка, значит, здесь кнопки перепаиваются. То есть, если менять кнопки, то вот... Вот он, пожалуйста, шлейф этот, его перепаивать аккуратненько надо. И все, можно поменять кнопки, если вдруг они вышли из строя. Так, дальше. Сейчас посмотрим, как разобрать, чтобы поменять... дисплей. Так, еще кроме этого есть динамик разговорный, вот он наверху находится, его тоже можно вытащить, но сейчас я это делать не буду. Там он на двухстороннем, вот я его подеваю, он выходит на двухстороннем скотче. Так, ну, судя по всему, чтобы заменить дисплей с тачем, он меняется целиком в сборе. Значит, вот мы видим, там проходит шлейф. Вот он. Вот он проходит шлейф здесь под экраном. И он, насколько я понимаю, идет, вот он выходит, это же сам шлейф от дисплея. И вот шлейф от тача сверху выходит. Значит, все это монолитно приклеено к корпусу. То есть вот мы отсюда видим отверстие, где видны как бы корпус дисплея. Чтобы это все дело поменять, просто надо расклеивать, снимать. То есть если он уже разбит изначально у вас, то как бы у вас другой выход не остается. Вы по периметру вот отсюда начинаете аккуратно отклеивать. И вот здесь по периметру все на двухстороннем скотче. И меняется все это в сборе. То есть вы новый покупаете, просто вклеиваете его на место старого и все собираете, выводите вот сюда шлейф тача, сюда шлейф дисплея выводите. И все, значит, пользуетесь. То есть бывает по-разному. Бывает, у кого-то, значит, тач меняется отдельно, отдельный дисплей. Здесь, значит, все вместе. Ну, конечно, можно теоретически приклеить отдельный тач-дисплей, но там необходимо определенные навыки иметь. Там клей нужен, специальные определенные навыки. Проще купить в сборе, значит, тач-дисплеем целиком и поменять, расклеить здесь все. Там скотч идет обычно в комплекте с дисплеем. Проклеиваем все скотчем и сажаем на место. И все, тут особо никаких трудностей нет. Самое главное, это, значит, разобрать все это. Ну, когда он уже разбит, то тут как бы поддеваем просто тупо отверткой по периметру проходим,
Начинаем вот так этот, расклеивать. Так, собирать я буду все это дело в ускоренном режиме, без комментариев, просто чтобы показать, как это все собирается. Все, как мы видим, телефон собран. Ну, в общем, ничего особо сложного такого нету. Если отремонтировать, можно, в принципе, своими руками, если будут такие запчасти. Чтобы не сдавать куда-то в сервис, значит, ссылочки на какие-то там запчасти для этого аппарата я оставлю под видео, потому что, на самом деле, достаточно сложно найти, аппарат не очень популярный. Но если будет полезным видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Все, всем пока.